Опа. Так. Ребята, 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 спокойно. Бездарь. В чем дело? Привет, мои дорогие. Привет, мои хорошие. Я рада приветствовать вас на своем канале. Меня зовут Инга. И это Medieval Dynasty. Средневековая династия. У нас зима. Мы пытаемся выжить. Сегодня чудесный денечек, и мы направляемся в деревню Гастовия. Нас там ждет Алан. Неизвестно, что он задумал. Какие-то у него опять к нам вопросы. Нам было велено вернуться к нему и поговорить с ним в следующем сезоне. Следующий сезон, а она зима, уже у нас подходит на самом деле к концу. Так, камни, камни. Как оказалось, очень редкий ресурс, друзья. И к камням мы к вам еще вернемся. О, как нам кушать хочется. Как мне кажется, вместе с последним патчем или с последним обновлением в игре добавили еще расход сытости. Как мне кажется, когда мы бегаем быстро... Кстати, мясо с подливкой у нас последнее. Угу. Ну да ладно, надеюсь, что мы не умрем с голоду. Так вот, тот самый расход топлива у нас происходит быстрее, как мне кажется. Если мы бегаем быстрее, то есть если мы ускоряемся, то ну, это было бы, наверное, и объяснимо. Слушай, ты кто? Добромира? Моя любовь Добромира по-прежнему не хочет со мной кокетничать. Так, есть у вас минутка. Хорошая погода, да? Ну, так себе. До свидания. Так, а вот и Алвин. Так, здравствуйте, говорит нам Алвин. Смотрите, какие у него перчатки. Эй, Алвин, что новенького? Вы выглядите как-то иначе. Повзрослели, наверное. В последнее время я много думал о том, что я делаю со своей жизнью и чего я действительно хочу. О, так, ну и до чего додумался? Я хочу чего-то новенького. Мне бы хотелось научиться стрельбе из лука. Ах ты ж, елки с палками, Алвин, тебе больше делать нечего. Это звучит как очень серьезное жизненное решение. То есть он хочет у нас переквалифицироваться, друзья, из землепашца в охотники. Может быть. Для меня, да. Не могли бы вы помочь мне найти того охотника, который продает луки? Я не знаю, что меня ждет на пути, а вы явно можете позаботиться о себе. Экспедиция, говорите, я с вами. Прекрасно, видите? Мы тоже можем спросить у Фалибора, где именно он находится. То есть мне опять к Фалибору, да? Ох, Алвин, Алвин, давайте посмотрим, что он от нас в конце концов хочет. Итак, история Алвина. Поговорить с... А, с Амбором надо поговорить. О, нам дадут 20 железных стрел за это. Но Самбор, друзья, у нас очень далеко. Он где-то там, в тех краях. Ну что ж, делать нечего, мы туда отправляемся. Нас просит наш дружбан Алвин. Но прежде чем мы куда-то отправимся, я хочу поговорить с Абимиром. О, а ему что-то надо. Могу я вам помочь? В последнее время много опасных животных были замечены ночью возле нашей деревни, и наши люди не на шутку начинают волноваться. Да что ж такое-то? Скажите так, сможете ли вы очистить некоторых из них для нас? Зачистить, очевидно. Если согласитесь, то я дам вам несколько монет. Да, конечно, я сделаю это. Ночная охота, боже ж мой. Так, Сабимир, мне нужны твои товары, и я с тобой собираюсь сделать... Гешефт на каменных ножах. Мотыга, конечно, у нас продается лучше, но каменный нож делается больше, вернее, быстрее. Поэтому, друзья, я вам и говорила. Собираем камни, делаем ножи. Продадим все 17, потому что у меня вроде как есть еще камни, да? Да, у меня целых 5 камней. Кстати, мы, наверное, можем сделать еще ножи и еще продать. До свидания. Подожди, Алвин, мы с тобой вместе, что ли, идем? Да, Алвин бежит за нами. Ах ты ж, елки. Этого мне еще не хватало. Ну, Алвин, давай.
Я надеюсь, ты сможешь за собой, за себя постоять. Делаем с вами ножик. Не углядела. Хватит нам на второй. Палок не хватает, да? Сейчас соберем. Тут палки дело такое, что как бы особо-то и нечего на этот счет задумываться. Так, ну вот. Слушай, Алвин, а как по поводу покушать? Хотя мы можем всегда кого-то застрелить, сделать костерчик и зажарить мясо. Это выглядит действительно как приключение. Давайте посмотрим, что от нас, какие животные, ночная охота. Дождитесь следующего вечера. Репутация. 35 монеток всего. Не очень много. Поэтому, Алвин, давай-ка мы с тобой, наверное, забежим куда-нибудь сюда. Так. Минуточка есть, подожди. Я просто вот по поводу погоды. Ну как же, нет, ненавижу холод. Ты где ты? Я хотела поторговать хотя бы с Унигостом. Продать ему просто-напросто один каменный нож. Вот. Потому что, опять же, сюрприз-сюрприз, да, мы не можем готовить еду, какую готовили раньше, потому как у нас теперь, видите ли, надо покупать технологии. Это обидно. Так, колеса, тачки. Но, тем не менее, нам добавили много других всяких плюшек, типа ложек, чашек и плошек. Поэтому, что ж, что-то прибавляется, что-то убавляется. Так, Алвин, как по поводу поохотиться? Куда-то меня занесло. Какие-то столбы. Бежит за мной Алвин? Бежит. Я даже не знаю, радоваться этому или нет. Ой, сколько тут камней. Алвин, бери камни. А, кстати, ты со мной поговорить сможешь, пока мы бежим? У нас с тобой так одобрение целых 100%. Хоть прям женись на тебе. Но, увы, увы. Наш Савимир не из тех. Так, передовых людей. Он у нас ретроград. Итак. Кстати, по поводу дорожки. А я правильно иду? Мне туда, кстати? Подожди. А то я так направилась. Ну да. Вот здесь вот он был. Кроме того, здесь была у нас упавшая тележка. И я уже на записи увидела, что, друзья, я там кое-что проглядела. И это кое-что я намереваюсь найти. Если мы не умрем с голоду. Думаю, что не умрем. Как-нибудь выживем. Кстати, а как-нибудь выживем? Давайте возьмем лук сразу в руки. Тут у нас бывают волки. Ну, денечек-то хороший. Почему бы не прогуляться? Предыдущий день, когда мы с вами охотились. Да, у нас была большая охота. Тут, кстати, тоже... А нет, это та же река, да? У нас тут просто разливается. Бежишь, Алвин? Ходил ли ты, Алвин, так далеко? Не знаю. Сидишь там у себя в полях. Для тебя, возможно, это большое приключение. Надеюсь, волк тебя не съест. Так, вот. Вот этот заборчик. Вот здесь у нас упала тележка. Нет, не здесь. Вот. И, как видите, зимой здесь гораздо лучше видно. Чепчик. Железный болт. Странно, чепчик я собирала. И вот, монета. Сколько у нас там? Одна? Безобразие. Деревянное колесо тоже пойдет. Что еще у нас тут? Алвин, подожди. Не путайся под ногами. Вроде как больше... А, и еще один бурдюк. Да здравствует обновление. Да здравствует обновление. Еще один железный болт. Обновление обновило нам все. А что здесь случилось, так мы и не выяснили.
сожалению, а может быть и к счастью, никаких тел мы здесь не нашли, но что-то тут случилось. Судя по стрелам, явно кто-то сюда стрелял. Ладно, идемте. Кушать хочется, кушать хочется. Доживем ли мы до следующего года? На, а может и не доживем. Делаем сохраночку, потому что я вижу, что там бегает волк. Он вроде как один. Алвин, это наш обед, либо мы его. Приготовимся. Их двое. Тихо, Алвин, волк сожрет. Господи. Возможно, это надо было сделать для ночной охоты. Но я так понимаю, ночная охота у нас еще впереди. Вот, Алвин, учись, как быть с волками. И, собственно говоря, апропо волки. Ладно, давайте сначала дойдем до нашего охотника. Все, тут больше нету никого. Вот. А потом уже, наверное, отправимся и... Какая-то куча. И сделаем костерчик и пожарим. О, там олени бегают. Кстати, мне олень тоже нужен. Где он есть? Палка. Угу. Кстати, чуть ли не мы эти палки выбросили тут. Не так ли? Да, это наши палки. Вот он ходит, Собимир. Собимир! Здравствуйте! Привет, друг мой! Алвин хотел бы купить у вас лук. Ваш друг тупой? Ну, почему тупой? Нет, конечно, нет. Почему просто я болтун? А, ну потому что... Да-да-да, мы разболтали, что он продает луки. У вас когда-нибудь была стрела в колене? Друзья, классная отсылочка на Скорим. Спасибо, разработчики. Это смешно. Да, стрелы в коленах у нас были. Мы постоим молча. Хороший ответ. Теперь я заключу сделку с ним. Ну что ж, давайте, заключайте сделку. Так, и что, Алвин? Что теперь Алвин будет заключать сделку? Поговорить с Алвином? Алвин, меня тупым обозвали из-за тебя. Думаю, мне сейчас придется вернуться, переодеться. Почему переодеться? Он оказался раздраженным. Наверное, он давно ничего и никого не убивал. А, ничего не убивал или никого. Он устрашающий. Наверняка он жрет медведя на завтрак. Ну что ж, лук у вас есть, да? Все-таки ты сторговал? Сторговал. Так что все у тебя впереди. Нам дали 20 железных стрел. Вот, возьмите несколько стрел, искупленных мною за помощь. Еще раз. Да ладно, без проблем. В любое время. Так, ну что, Алвин, давай. Ты пойдешь сам. Волков мы тебя там поубивали. Поэтому, в принципе, я думаю, что все у тебя будет хорошо. Не совсем так хорошо, как у нас, потому что нам надо подлечиться. А вот так вот. Даже не знаю, давай еще съедим, что ли. Можно нам съесть луковицу? Давайте съедим, все равно она никуда не годится. Эх, натрескались мы лука, и самое время идти поохотиться. Давайте, кстати, посмотрим, где живет, и он же где-то куда-то ходит тут охотиться. Вот у него тут даже дорожка протоптана. А ну-ка, давай-ка посмотрим, где он находится. Может быть, мы тоже что-нибудь найдем. Так, карта. А, смотри-ка, на болото. Так, вот идет Алвин, это Собимир. Пошли ему мешать. Оленя он там стреляет. Нам тоже не помешают олени. Ну-ка, посмотри-ка, как он. Крутой, типа крутой.
Вон кабан бежит, лучше его стреляй. Это очень прочный олень. Но там еще есть кабан. Я бы его тоже. Кстати, у меня лук-то мой. Кабан, тихо. Отлично. Олени нам надо добывать так или иначе по заданию, по нашему. Большая охота. Кабаны нам сейчас пригодятся наготовить мясо, пожарить на костре. Когда мы пойдем обратно. А вот они, болото. Гринвичская трясина просто-напросто. Там еще есть кабан. Ох, сколько там их. Ох, сколько там их. Надо их, наверное, все-таки перестрелять, пока они меня не сожрали. Так. И вот еще один. Все. Теперь нам ничего... А почему украсть? А! Это этот великий охотник тут мазал. Стрелял и мазал. Давай, давай, давай. Нам бы еще одного олешка. Хотя, может быть, нам олень уже не нужен. Сейчас я посмотрю по нашему заданию, сколько у нас там уже оленей. Мне кажется, что уже и все. Какие тут места богатые. Иди еще, однако. Так, вон еще каменные стрелы. Украсть. Но я их не украла. Он же их не стал собирать. Он их потерял. А то, что найдено, то не украдено. Совершенно честно. Это, по-моему, уже наши стрелы, да? Нет? Сейчас опять будут украсть. Нет. Пей. Из болотца станем козленочком. Там еще кабан. Так, друзья, запомним, да, здесь хорошее кабанье место. Есть еще и олени, но есть и кабаны. Вот такие вот болота. Хорошее место для охоты. Теперь понятно, почему здесь Собимир топчется. О, сколько оленей, лисицы. Так, но где я? Где я? Где я? Вот я. Нам, наверное, пора обратно. Пошли, погоняем оленей. Лиса, беги. Лиса мне не нужна. Вон он там. Сейчас мы ему всю охоту испортим. Кого он там стреляет? Там же нету никого. Собимир, у тебя медведи не живут? Мне нужны медведи. Камень. Это тоже, наверное, мы выбросили, да? Раз он так светится. Сколько тут камней? 7. Берем. Кстати, я не могу у тебя приготовить, нет? На его костре, к сожалению, ничего готовить нельзя. Что ж, ладно, уходим. Уходим, бежим. У нас вечер. И, в принципе, давайте посмотрим, что у нас там с нашим заданием. Навыков у нас никаких не добавилось. Итак, Алвин. Дождитесь следующего дня. Да, ради бога, дождемся мы следующего дня. А вот по поводу большой игры... Да, друзья, нам осталось найти всего лишь медведя. Мы сразу себе повысим и статус, и получим большую деревню, и все остальное. Но у нас вечереет. Апропо вечереет. Давайте-ка все-таки немножко подбежим поближе. Я бы наведалась в соседнюю деревушку, которая здесь у нас рядом. Как она называется, я все время забываю. Борово. Вот. Я бы наведалась в Борово и проведала бы там местных барышень. Потому что какие-то из них годятся нам в жены, какие-то из них годятся нам в хорошие работницы. Помню, у них были неплохие работницы. Вот, так что давайте-ка, наверное, добежим. Только сначала костер, сначала костер. Устали? Поэтому собирай палки. Давай где-нибудь здесь костер и сделаем.
Чего не хватает? 16 палок? Тут как-то... Железная стрела. А, имеется в виду, что она украденная. Ну, мы ее выстрелим и... Что ж... Таким образом израсходуем. Кстати, наверное, именно железными стрелами и надо будет стрелять в того самого медведя. Если уж на то пошло. Потому что, сдается мне, что каменной стрелой мы будем долго его бить. А он очень быстро убьет нас. Так, ну все уже там хватает? Нет. Да, хватает. Давай ставь, давай поджигай. И давай готовь. Так, у нас 23 мяса. Давайте сделаем так, чтобы не очень долго тут стоять. 9 штучек нам должно хватить, чтобы сейчас сразу поесть. И побежать женихаться. Готовка – это тоже прокачка. Пока наш перс готовит, он тоже качает себе навык. Мастерство, по-моему, это называется. Так что ничего у нас не проходит даром. Так, еще один кусочек. Все, можно ужинать. Вот, как я и говорю. Мы разблокировали здание. Чего-то там у нас прокачало. Швейная мастерская. Ай-яй-яй. А я только что в деревне построила швейную мастерскую на первого уровня. Ладно, может быть, нам второго уровня пока не надо. Пока нам нужно просто что-то поесть. Мясо мало дает, но все-таки лучше, чем ничего. Можно еще немного поготовить. Раз уж у нас тут костер. Все, я думаю, что мы доживем. Еще 10 кусков осталось от нас. Окей. Я думаю, что мы доживем. А теперь побежали в Борово. Друзья, увидимся с вами уже в Борово. Поскольку бегать ночами тут совершенно неинтересно. Итак, друзья, вот оно, то Борово. Я очень надеюсь, что народ еще не разошелся спать. В принципе, 8 часов вечера, и вот она, Инга. Так, одобрение у нас не очень. Так, а у вас есть минутка, Инга? Я не помню, как ты относилась к охоте. Что по поводу охоты? Ну, так себе, так себе. Хорошо, а еще есть минутка? Погода, работа. Про работу она не любила. По поводу погоды не очень. Хорошо, есть еще минутка, как вы. Ага, одобрение 10. Так, я, пожалуй, пойду и не буду перебарщивать, как говорится. Кроме всего прочего, я помню, что тут у нас были работницы, которых я хотела. Даже, может быть, и не это, но с ней тоже не мешает поговорить. Минуточка. Как ты по поводу охоты? Ой, мне кажется, она не любит про охоту. Хотя нет, любит. Так, а еще минуточка у вас есть? А, про благородного она, по-моему, не любила. Да, не любила. До свидания. 53 одобрения. Ладно, я пойду. Так, как с тобой обстоят дела, 25-летний Осмунд? Ты явно любишь сплетничать. Любит сплетничать. О, да. Так, много. Хотите поболтать? Конечно, хотим поболтать, если есть минуточка у тебя. А погода-то сегодня, эх, какая. Да, и погода ему тоже нравится. Выходи за меня. Есть еще минуточка? Извините, нет. Ладно, ему пора спать. Ну, ладно, у нас 60, в принципе, я его могу пригласить. Если мне это нужно будет. И вообще-то нет, я его не могу пригласить. Я, кстати, хотела тут еще поторговать. Ты, Инга? А, нет, Едвига. Едвига, стой. Едвига, стой. Едвига. Что значит, я не могу? Едвига. Она не заинтересована. Понимаешь, она не заинтересована. Ты тоже не заинтересован? Так, мы с тобой уже говорили. Они все пошли спать, друзья. Да? Я правильно поняла? Осмунд.
Так, ага, в этом домике живет у нас Инга, будем знать. А, Ида? Ида тоже не заинтересована. Ида, тебе негде спать, ты сидишь просто бедненькая на полу. Вот, вот она спит. Наша судьба, наша любовь, а может быть и нет. Ладно, все, торговля отменяется, друзья. Сейчас у нас сменится день. У нас наступит весна, закончится зима, и мы с вами на крыльях любви переместимся в наш, в наше поселение. Конечно, это будет не так быстро, это еще у нас сколько, полтора часа, грубо говоря. И эти полтора часа мы с нашим Росимиром проведем, как вы думаете, в чем? В лесу, в глубоком лесу, собирая древесину, друзья, древесину, потому что весна, весна – это пора сбора урожая, новых строек, и нам все это очень-очень понадобится. Мы с вами увидимся уже у нас в селении, а я займусь рубкой, рубкой и еще раз рубкой. Итак, друзья, пришла весна, красна, ясна, наши посевы созрели, да, наша рожь созрела. А вот пшеница еще не созрела. Да-да-да, она будет только летом. Но, тем не менее, рожь у нас есть. Поэтому сейчас мы с вами займемся земледелием. Но, кроме всего прочего, как видите, у нас тут есть швейная мастерская. Я ее начала строить одной из долгих зимних ночей. И теперь нам осталось только немножечко ее достукать. Ага. Ага, ага. И что же мы можем тут сделать? Давайте-ка посмотрим. Стол для шитья. Ох, сколько всего. Так, шитье одежды, пошив различных предметов из ткани. Мешочек, сумка, льняная ткань, кожа, а также бурдюк. О, мы можем делать сами бурдюк. Льняная нить нам нужна. Окей. Что еще? Мы можем делать что-то для головы. Всякие шапки меховые, войлочные, соломенные, чепчики. Наконечник метлы. Это очень странно, но рисунок. Кепка с чепчиком. Рисунок какой-то другой. Воротники и капюшоны. Капюшон меховой, длинный меховой, длинный, длинный. Аж меховая накидка. Очень много всяких туник. Простая, с коротким, туника. Булочный жилет, стеганый жилет. Очень интересно. Рубашки. А льняная? Простая льняная и льняная. Окей. Так, ноги. Все это шланги. Присоединенный шланг. Просто штаны. Брюки с подворотами. Шланги. Так, обувь мы можем сделать. Боже мой, сколько. Модная такая, меховая, благородная. Сапоги обычная. Дворянские сапоги. Кожи на нее много нужно. Ну, естественно, это надо разблокировать все технологии. Руки. У нас толстые кожаные перчатки можно сделать тоже. И рюкзаки, и сумки. Простой рюкзак. Уменьшающий вместимость. Его можно создать в швейне. Так, еще рюкзак. Маленький, большая сумка. Сумка и маленький мешочек. Вот так вот. Очень интересно. Кроме всего прочего, у нас есть прялка тут. И что мы можем делать? Мы можем создавать льняную нить. Нам нужен стебель льна. А можем создавать шерстяную нить. Вот так вот. Опять же, все схемы надо разблокировать. Так, естественно, что тут у нас ничего нету. Ну, вот так вот мы с вами сделали эту швейную мастерскую. Я ее сделала, не знаю для чего. Наверное, просто для того, чтобы была, как говорится. Это не то, что, в принципе, я действительно собиралась строить, но она нужна. Нужна она прежде всего для того, потому как у нас лук наш изнашивается. У нас все изнашивается. Так, давайте посмотрим, что у нас тут. У нас 4 полена, которые я сейчас сразу заберу. Для чего? Потому что пока с вами болтаю, я сделаю полезное дело. Как ни странно, дрова нужны и летом. Да, да. Вот.
Так что делаем дрова, и я вам расскажу. Так вот, лук изнашивается. Надо делать лук. Чтобы сделать лук, нужна льняная нить. В общем, какие-то нитки нужны. У нас, в принципе, уже есть и лен, и все остальное. Сейчас мы будем с вами сеять, пахать, как говорится. И что делать? Придется нам заняться немножечко еще и мастерством швейной мастерской. Так, дрова мы выложим, чтобы наш народ был счастлив. Так, полено он еще одно собрал. Палки мы тоже все выложим. Перьев тут нету. Сюда носят меха. Кожи сюда носят. Мы их тоже выложим. А вот камень... Ну, перья давайте с собой просто будем держать. Итак, нас сюда портануло. Кое-что из дров я выложила тоже там на месте. Сюда я сейчас выложу камни. Вот. И нам, естественно, пришло сообщение о том, что пора платить налоги. Налоги, налоги, налоги. Сколько у нас тех налогов? А, технологии мы разблокировали. Но, опять же, здесь все надо покупать. И, к сожалению, теперь вот эти вот вкусные блюда, где они были, в таверне, да, нам тоже нужно покупать. Они стоят бешеных денег. То есть, если все сейчас нам сложить, это будет 300, 400, 500, 600, друзья. 600 монет нам нужно, чтобы разблокировать. У нас, конечно, есть 975, но этого очень мало. Так, швейная льняная нить. Вот давайте-ка мы ее, наверное, сразу возьмем, потому что она действительно нужна. Вот, мы сможем сделать льняную ниточку. Кузница, железные топоры. Нужна шахта, чтобы добывать железо. Шахта нам еще пока что закрыта. Мы не можем делать шахты, так же, как мы не можем делать рыбачью хижину. Сколько бы мы ни охотились с вами, но, как видите, выживание очень-очень медленно качается. Так, сарай, мука... Здесь ничего. Здесь лопата. Простой деревянный табурет. Ага. Вот как интересно. Но дело в том, что мы на этом табурете сидеть не можем. Поэтому нам этот табурет особенно не нужен. То есть у нас нет способности садиться. Так, мука мы смотрели. Больше всего, конечно, технологии у нас здесь. Кузница, как мы уже смотрели, да, есть деревянная миска, деревянная чашка, тарелка, где-то даже было колесо. Но колесо, наверное, будет у нас в какой-нибудь кузнице, вот, второго уровня, да? Когда мы разблокируем плетеный ящик и арбалет, друзья. Как только мы сюда доберемся, я думаю, что я непременно сделаю себе арбалет. Вот, мне кажется, что это гораздо лучше. Ох, фруктовый пирог у нас разблокируется только в таверне третьего уровня. В таверне второго уровня у нас идут лепешки, всякие рулетики, ржаные хлеба. Так, а что у нас тут? Шерстяная. Ага, швейня второго уровня уже как бы и получше будет. Но пока что вот так. Пока что вот это вот нам доступная схема. И, в принципе, по большому счету не мешало бы построить, наверное, таверну. Что с нашим управлением? Мы можем построить еще 3 дома. Нам надо заплатить 570 налогов. Так что имеет смысл, наверное, заплатить налоги, а потом уже строить, потому как если мы сейчас построим, налоги увеличатся. Кстати, апропо швейная мастерская. У нас есть с вами... стебель льна. Ну-ка, давайте-ка мы его возьмем. Косить мы пойдем, может быть, завтра, а не сегодня. Так, ленницы говорят. Ну, как-то льет и хочется попробовать. А, слушай, а здесь еще что-то можно. Ткацкий станок. Мы можем сделать льняную ткань и шерстяную ткань. Ага, очевидно, это когда мы сделаем нитки. А ну-ка, давай делать нитку. Сколько мы ее сделаем? Ну, давай штучки 2. А мы всего 2 и можем. Подожди, а сколько нужно для... Ах, 10 льна нужно для того, чтобы сделать всего лишь одну ниточку. То есть, друзья, мы с вами
Так, даже как-то я не видела, как оно тут. Ну, наверное, надо смотреть со стороны, когда кто-нибудь будет делать эти нитки. Наверняка мы увидим эту анимацию, когда кто-то придет. Я вот даже на заставке нашего видео есть момент, когда там девушка сидит за прялкой и придет. Я думаю, если у нас будет работница, то, наверное, мы это и увидим. Так, бери косу. Да бери же косу. Бери мотыгу. Что делать? Калвину мы, наверное, пойдем завтра. Более того, удобрение бери все. Сейчас посмотрим. У меня была идея распланировать немножко поле по-другому, потому как уже ясно, что поле нужно больше. Поле должно быть гораздо больше. У меня сломался, кстати, каменный топор. Ладно, давай косить. Требуется коса. Нет, это не коса. Эть. Эсь. Эсь. С другой стороны, пока я буду планировать поля, это поле у нас пропадет. Либо мне просто надо новое поле сделать где-нибудь, может быть, в другом месте. Хотя здесь место очень удобное. Я потому тут и делала наш сарай, чтобы, как говорится, далеко не бегать. Все. Рожь собираем. Ее плохо видно, то рожь как-то мало. Слушай, может быть, еще от погоды зависит. Смотри, мы... А вот она. Раз, и вот два. Не пропустить бы. Это как-то мы накосили, кот наплакал. Кот плакал очень мало, очень скупыми слезками. Лучше бы он вообще, конечно, не плакал, но то, что касается этого урожая, тут как-то я очень недовольна, я вам скажу. Сейчас мы посмотрим, сколько у нас всего получилось. Как я говорю, главное не потерять ту рожь. Так, мы ее... А. Пшеница... Ну, по идее, наверное, да. Если вот так подсветить, то мы ничего и не потеряем. Не вспаханная, не вспаханная. Да, да. Так тяжело тебе. Так тебе, бедному, тяжело. Покажите, что мы собрали там. Ммм. 48 ржи. Пошли обмолачивать. Мы перегрузились. И обмолот тут тоже та еще история. Хотя, в принципе, вот у нас добавилось, чтобы мы не молотили по одному. Мы можем сразу все поставить. Ржаное зерно и обмолотить. Идет довольно быстренько. Мы опять же качаемся при этом. Но, как я и говорю, на все эти работы надо брать все-таки работника, потому что самому нашему Есимиру просто-напросто со всем этим не справиться. Ладно, друзья, что ж, обмолот продолжается. Мы с вами увидимся через пару секунд для вас. Итак, друзья. Обмолоть мы с вами обмолотили. Факел мы уберем. Более того, я даже посадила немножечко нового поля.
У него что надо 570 монет добавить. Но у нас тут ходит опять наш лесоруб. Опять у него какие-то вопросы. У нашего бездаря вечно какие-то проблемы. И, по-моему, он сидит в доме и вообще ничего не делает. А, они там оба торчат. Так, подождите секунду, а сколько у нас время? Почему никто не работает? Что, все, конец рабочего дня? Опа, так. Ребята, спокойно. Бездарь, в чем дело? Здравствуйте. Тебе уже 28 лет, елки с палками. Кстати, нашему парню бахнуло 20, юбилей. Пора праздновать. Так, чем я вам могу помочь? Вы действительно думаете, что дровосек лучше меня? Докажите это. Опять доказывать, бездарь, да ты меня достал. Посмотрим, сможете ли вы собрать больше бревен, чем я за один час. Ставка 50 монет. Победитель забирает все. Принимаете вызов? Слушай, я так вижу, что ты вообще никакие бревна уже не делаешь, поэтому давай-ка я в деле. Вызов лесоруба. Маральд, а у тебя что? Вы чем тут занимаетесь? Вы тут пьянствуете явно. Так, ну что ж, давайте мы запрем нашего лесоруба в этом домике, чтобы он не смог нам никакие... Ой, факел у нас погас. А у нас есть вообще топор-то? А у меня и топора каменного нету. И я до сих пор бегаю в меховой рубашке. Тоска, тоска, тоска. Что делать? Делать надо каменный топор. Его у нас нет. Черт, а время идет. Кстати, о птичках. Сколько на сей раз надо сделать? Давайте посмотрим. А, 6 поленьев? Ладно, в принципе, это не страшно. Единственное, что давай-ка быстро бегом. Камень. Ножницы, бумага. Камень. Побежали в лес. Кстати, 2 года прошло с тех пор, как мы начали тут нашу деятельность. Поэтому давай ищем какой-нибудь клен. Зеленый. Вот. Быстренько его вырубаем. Благо, надо только сделать топор. Сколько там? 10, да? Надо было палок. Какой подорожник. Так. Еще подорожник. Да ладно, бери подорожник. Ветка. Так, делаем быстро топор. Каменный. И уж 6 бревен, я думаю, что мы вырубим. Так, ты у меня был на 4-ю. 4-ю уберем. Факела опять нету. Ты кто? Ель. Ты кто? Тоже ель. 2 ели. Это 6 бревен. Вместо того, чтобы идти к Алвину, мы занимались сегодня бог знает чем. Ну, единственное, что я посеяла лен. Так, друзья, нет, никуда не годится. Мне нужен факел. Я ничего не вижу. Так. Да и вы тем более ничего не видите. А где наши бревна-то? О, поленья попадали почти... Водопад. Ну, что-то мы далеко зашли-то. Что-то мы далеко зашли. Перьев нету. Так, а мне нужна еще одна ель. Так вот, к Алвину мы не попали. Мы сеяли лен. Я сделала новое поле побольше, чем у нас было. Но я думаю, оно все равно... маленькая в общей сложности будет. И, естественно, у меня закончился навоз, закончилось удобрение. Надо так или иначе бежать в Гастовию. И мы занимаемся бог знает чем. Так. Да, все, у нас есть 6 поленей. Где наш дом теперь? Туда. Побежали. А, ничего, мы не побежали. Так, у нас есть что поесть? Какие-то ягоды.
прошлогодние. Давайте-ка их доедать. Они сильно нам не помогут. Ну вот, кстати, грибы, камни. А нет, смотрите, ну они, по-моему, не работают. Они ходят дозором, насколько я понимаю. Так, ты этот бездарь-то. Признаю, это было быстро. Вот, это вы заслужили. Может быть, мы сможем чему-нибудь научиться друг от друга. Научился бы ты уже чему-нибудь. Как-то музыка у нас совпала. Мы разблокировали, друзья, курятник. Ура! Великое достижение, бездарь. Можно сказать, подарил нам курятник. Побежали скорее к нашему дому. Посмотрим, во-первых, что у нас там из еды. И заодно посмотрим с вами, что там с этим курятником. Мы можем построить курятник и завести курочек. Милых маленьких цыпочек, которые стоят бешеных денег. По-моему, одна курица стоит 1000 монет. У нас таких денег сроду в кошельке не водилось. Тем более у нас налоги, и теперь еще и рецепты стоят бешеных денег. Так что вот так, друзья, давайте-ка глянем. Подожди, только факел уберем. Экономка должна быть экономной. Итак, технология. Ну-ка, ну-ка, цып-цып-цып. Курятник. Корм. Мы можем делать корм. А давайте мы его разблокируем. Я еще не построила курятник, но я очень хочу курятника. Хочу какую-нибудь живность завести. Хотя, по большому счету, нам надо строить... вообще-то, сейчас вам скажу, что нам надо строить таверну, рабочий корпус для готовки, рабочее место для приготовления пищи имеет при себе, нанимать какую-нибудь кухарку, и чтобы она уже делала еду, потому что готовка еды, по большому счету, действительно отнимает много места. Вот, и как видите, каша, жидкая каша, густой суп, тушеное мясо. Густой суп – это из капусты, тушеное мясо – это с морковкой, вот тут даже нарисовано. Это со свеклой суп, очевидно, что-то типа нашего борща. И мясо с подливкой. Это с луком. А что за жидкая каша? Это, по-моему, из овса. Что-то вот этих каш я не хочу. А вот это вот, да, нам надо 300, нам надо 500. 500 золотых, 500 золотых. Ну что, друзья, все эти золотые мы с вами пойдем добывать, наверное, уже в следующей серии. Так же, как мы зайдем к Алвину. Я думаю, что все-таки мы доберемся до Алвина. Вот, и увидимся с вами уже в следующей серии. А всем, кто посмотрел это, я скажу огромнейшее спасибо. Всего вам хорошего и пока-пока-пока.